Яблочный Спас – праздник древний, своими корнями уходит еще в языческие времена. Но в Расторгуевском парке отмечаться будет впервые, поэтому организаторы усиленно работают как над декоративным оформлением, так и над культурной программой. Были созданы арт-объекты, была создана дополнительная сцена, отремонтирована и отреставрирована центральная сцена в парке. Будет анимация, будут проводиться мастер-классы, поэтому мы все с нетерпением ждем, мы готовим это мероприятие для жителей. Хотели бы, чтобы жителям это очень понравилось. Завтрашний праздник готовят как профессионалы, так и те, кто здесь на добровольных началах. Например, Максим из территориального совета молодежи. Сегодня он рабочий, а завтра ведущий детских развлекательных программ. У нас будет метание в цель яблока. Надо будет попробовать укусить яблоко, подвешенное на веревочке. Будем бегать с грузовичками, перевозить яблоки, чтобы меньше выпало из кузова. И еще много чего насыщенного. Такие программы с яблочной тематикой будут интересны детям разных возрастов. Как совсем маленьким, так и таким, как Глеб. Сам он из Москвы, но у них с бабушкой тут дача, поэтому Расторгуевский парк ежедневно входит в программу его летнего отдыха. На вопрос, пойдет ли он завтра на праздник, ответ однозначный. Я обязательно завтра приду, потому что будут там яблоки, карамели, всякие развлечения, мастер-классы, выступления, песни. Любишь песни? Да. А сам что-нибудь споешь нам? Расцветали яблони и груши, поплыли туманы над рекой. Взрослым завтра тоже будет чем заняться и на что посмотреть. Приходите, начало в 16:00. Илья Кремнев, Владимир Бижонов, Ольга Садовская, Видное ТВ.